самом разгаре и урожай овощей. Помимо привычных томатов, огурцов, лука и чеснока, на своем приусадебном участке Константин Чичира из Дзержинского района выращивает экзотику. Сельдерей, пастернак, салат лакарна, капуста у сорта кейл, астронавт и аватар. Ну вот, кстати, вся витаминная продукция по праву может называться экологически чистой, потому что более 4 лет фермер растит ее без минеральных удобрений и пестицидов. На весь урожай есть сертификат качества. Об особенностях органического земледелия Наталья Кузьмицкая. Салат лакарна. Он итальянский салат, но это сорт лакарна. Здесь сельдерей корневой, рядом черешковый, чеснок яровой. Вкус настоящего яблока, томата и огурца Константин Чичира знает с детства. На своих грядках его родители никогда не использовали химикаты. Такого принципа, став хозяином семейной агроусадьбы, придерживается и сам фермер. В начале лета выращивает клубнику, в конце – овощи. И то, и другое на 100% органический продукт. Зеленый подход в земледелии подтвержден соответствующим сертификатом качества европейского образца. Если кто-то утверждает, что у него органическая продукция, он должен иметь вот такой сертификат, который гарантирует, что эта продукция выращена без применения каких-либо запрещенных средств. Инспекция, которая выдает сертификат, она следит даже за севооборотом. У органического земледелия свои требования абсолютно ко всему. Из удобрений разрешены только органика, для защиты растений – микробные биопрепараты. А с сорняками бороться разрешено лишь прополкой и баранованием. В качестве природного барьера в теплицах с томатами – солома. Сено выполняет здесь две функции. Первая – это отсекает влагу, она из почвы не испаряется. И второе – я поливаю по сену. Из шланга просто. И сено перегнивает. Тоже это питание. В деревне Наквас и у фермера 4 гектара земли или 9 участков. На каждом свой вид биопродукции. А это капустная мини-плантация. Здесь на 10 сотках самые разнообразные виды крупнолистовой продукции. Сорт кел, который используют даже флористы. Поздний сорт аватар, гранаты и даже маленькая салатная кальраби. За 4 года работы в статусе органик фермер нашел своего покупателя. Сейчас овощи высшего качества выращивает под заказ. Реализует также через онлайн-площадки и экомаркеты. Благодаря тренду на здоровый образ жизни интересоваться натуральным продуктом стали не только аллергики, но и рядовые потребители. Дмитрий Крылов тоже занимается органическим земледелием. Правда, на чистых почвах выращивает исключительно корм для коз. В 2009 году хозяйство получило статус племенного. Сегодня на ферме самое большое стадо в стране – больше 1000. И единственный ремесленнический цех по переработке молока в йогурт, творог и сыр. К сожалению, белорусы очень мало пьют козьего молока. Мы в 215 раз белорусы меньше потребляют козьего молока, чем европейцы. Это обусловлено тем, что промышленно козье молоко у нас никогда не производилось. Мы занимаемся как раз в основном популяризацией для того, чтобы вот этот продукт, он вошел в обиход нашего потребителя. Все знают, что козье молоко полезное. Но то, о том, что оно еще и очень вкусное, знают очень немногие. И первые результаты уже есть. Продукцию из козьего молока можно найти в крупных торговых сетях страны. А поскольку она близка к группе органических, то это хороший знак и для продвижения общего бренда настоящих био- и экопродуктов. Наталья Кузьмицкая, Алексей Юнош и Андрей Градобоев. Новости «Центральный регион».